Яркая форма и нарисованный корпус автобуса. С такими атрибутами первоклашки из первого интерната отправились на необычную прогулку. Вместе с сотрудником ГИБДД они построились в колонну, прошли и изучили особенности маршрута, по которому добираются от дома до школы. Дети первого класса, они уже самостоятельно, многие начинают добираться из школы до дома, и из дома до школы. Поэтому ему полезно узнать все-таки от инспектора ГИБДД, да, как все-таки правильно дорогу нужно переходить. В игровой форме школьники вспомнили сигналы светофора и основные дорожные знаки. Автоинспектор напомнила детям, что около проезжей части нужно быть предельно внимательными, не выбегать из-за припаркованного транспорта, не пересекать участок перед машинами и переходить дорогу только в специальных местах. В ходе маршрута, да, когда мы шли, ребята обращали внимание на знаки, мы смотрели и обсуждали, какой знак что обозначает. По словам сотрудников ГИБДД, большинство ДТП с юными участниками движения случаются именно на пешеходном переходе. На территории нашего города идет значительный рост дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Основное количество ДТП с несовершеннолетними происходит именно при наезде на детей и именно на пешеходных переходах. В качестве награды за старания после прогулки организаторы вручили маленьким пешеходам яркие календари. Дети, в свою очередь, пообещали госавтоинспекторам быть внимательными и осторожными на дороге. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.